Антон Павлович Чехов. Юмористический рассказ «Экзамен». На днях явился в кабинет отца старший сын и заявил ему, что он желает выйти из-под его опеки и самостоятельно вступить в свет. Заявление это он мотивировал своим недавно наступившим совершеннолетием. Ему исполнилось ровно 21 год. «Хорошо, сын мой», — сказал отец, выслушав его. «Я согласен, но прежде, чем начать самостоятельную жизнь, ты должен выдержать у меня маленький житейский экзамен. Садись, я тебя проэкзаминирую». Сын сел. Отец нахмурился и начал. «Чем пахнет во рту, когда ешь колбасу?» «Колбасной лавкой». «Так, сын мой, что жены мылят без мыла?» «Головы мужей». «Что было бы, если бы люди ходили вверх ногами?» «Тогда пиране шил бы шапки, а паша шил бы сапоги». «Совершенно верно. Отчего вода в море соленая?» «От того, что в нем плавают селедки». «Старо, старо, свое что-нибудь придумай». «От того в море вода соленая, что в нем купаются иногда юмористы». «Пожалуй. Прежде спрашивали, от чего гуси плавают. Мы отвечали, от берега. Теперь ты ответь мне, от чего уплывают гуси лапчатые?» «От долгов воинской повинности». «От чего не носят очков на затылке?» «Потому что очки разбиваются от подзатыльников». «Почему человека нельзя назвать свиньей?» «Потому что он потащит к мировому». «Какой Чиж кончил курс в университете?» «Доктор Чиж». «Кого можно назвать падшим созданием?» «Человека, упавшего с каланчи». «Где можно взять взаймы денег?» Сын поднял вверх голову и задумался. «Не знаешь, сынок? Ну, не годишься ж ты в свет. Поживи под моей опекой еще месяц. Через месяц будет новый экзамен».